Гарри Поттер, Джек Воробей, Снежная королева и многие другие персонажи сказочных историй собрались в одном месте, чтобы дать возможность детям увидеть вблизи тех, на кого они привыкли смотреть с экрана. Восковые фигуры, выполненные в натуральную величину, с первого взгляда вызывают у детей восторг. Этих девочек больше всего привлекли инопланетянин, осел из Шрека и избушка на курьих ножках. Эта выставка привезена из Санкт-Петербургского музея. Прикоснуться к прекрасному здесь могут и взрослые. Петр I, Д'Артаньян и три мушкетера, Сталин – это только малая часть того, чем может удивить культурная столица нашей Родины. Материал, из которого сделана фигура, детально передает внешний облик видных политических деятелей и героев фильмов. Воск очень передает живой образ человека. И людям всегда интересно было знать, как выглядел тот или иной человек. Потому что Чингисхан, Иван Грозный, они жили очень давно. Сами фигуры выполнены с помощью кропотливой работы историков и скульпторов. Рост и внешний вид идентичны натуральным героям. Механизм изготовления очень сложный. Стоимость одной фигуры около $3000, если она делается с нулевого цикла. Глаза – настоящие протезы медицинские. Вот. Каждый волосок мастер вживляет горячей иголкой в часть тела дюймостью. Это очень кропотливая работа. Чтобы изготовить одну фигуру, уходит от 3 до 6 месяцев. Начиная с 90-х годов в Питере трудится очень большая группа энтузиастов, создавая такие фигуры для того, чтобы история сохранялась. Сейчас в музее насчитывается более 3000 экземпляров. Придя на выставку в М5 Молл, вы можете сделать фото с любым персонажем или пройти экскурсию с экскурсоводом. Двери для гостей здесь открыты ежедневно.